Этот дом с господами в цилиндрах на Льва Толстого, 38, когда-то был именно шляпной мастерской. До 2015 года здание 1867 года постройки находилось в плачевном состоянии. Но после начала работы программы по восстановлению Старой Самары меценаты вернули ему первозданный вид. Строительный бизнес откликнулся на просьбу городской администрации и взялся за не самые простые объекты. На Галактионской пришлось, там просел фундамент, пришлось остановить деформации сначала, потому что весь смысл работы, ну что, отвалится эта стена, все это сделали. Это не косметически, помазали краской, бросили, ушли, а все капитально. Большое внимание уделяется деревянным домам с историей, которые расположены на гостевом маршруте, всего их 331. Большинство из них больше 100 лет – это памятники архитектуры и культурного наследия. Многие здания принадлежали видным деятелям, купцам и меценатам. Сегодня они находятся в запущенном состоянии. Для 38 из них уже найдены инвесторы, ведь только за счет средств бюджета с такой глобальной задачей справиться невозможно. Мы рады тому, что отклик есть. Застройщики, саморегулируемая организация, они откликаются на это предложение, к счастью. Пока эта работа... В начале, то есть у нас на сегодняшний день только 38 объектов мы вот определили, нашли инвесторов, которые будут ремонтировать. Но мы ожидаем, что их будет больше. Представители строительных организаций не только согласились выделить средства на покраску фасадов, но и попросили дать полный список домов, которые нужно привести в порядок. А также предложили привлечь к этой работе жителей. Ведь не для всех видов работ нужны деньги. Кто-то может взять в руки кисти и красить, а кто-то починить забор. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.